Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Я продолжаю проходить GTA San Andreas, поехали. Зеленая дурь. Черт, и где этот придурок? Оу, черт, проклятие. Эй, чувак, смотри, куда летишь. Мы присутствуем при начале новой эры. Что ты сказал? Не все фантастические штуконы являются выдуманными. Сегодня мы узнаем все. Жду не дождусь. Я слышал, что знания в этих краях почитаются за святыню. Чувак, я попробовал полетать, но хоть убейся. Давай лучше ты. Приземлись на поезд, перебей всех охранников, проникни внутрь и укради то, что там есть. Ага, понял. А что нужно украсть? Я пока и сам не знаю. А, ты пока сам не знаешь. А я уж был подумал, что ты ненормальный. В каком смысле пока не знаешь? То, что ты там украдешь, и содержит ответ. Значит так, прилетишь на реактивном ранце, приземлишься на поезд и украдешь то, что они меньше всего желали бы отдать тебе. Слышишь? Они приближаются. Нам лучше двигаться, за мир во всем мире, чувак. Долети на реактивном ранце. Окей, поехали. Так, вот уже поезд у нас. Так, давайте начнем, короче, с сада. Дали, честно говоря, говно. Оружие. Помойное. Карл, прием. Будешь все это делать, нет? Ой, ё-моё. Этот ящик пуст. Так. Что, останавливается, что ли? А, вот чего. Украсть-то надо. Ну давайте, украдем это. У тебя есть банка зеленой дури, доставь ее мистеру Правде. Че, мент? Лол, дурак. Ладно, че, полетели тогда. Да, в принципе, и недалеко от дома находится мистер Правда. Менты уже сзади. Ну как, достал, чувак? Я кое-что достал. Дай-ка мне взглянуть. О, ситуация резко переменилась. А что такое? Все это еще назовут нулевым годом новой эры. Все, точнее. Ладно, как-нибудь поговорим. Постой. А что, ладно, до встречи. Имущество приобретено. Теперь это имущество будет приносить доход. Максимум 10 тысяч долларов. Не забывай регулярно забирать бабки. 20к дали нам. Кто-то нам звонит. О, и ранец тут. Очень хорошо. Алло, ты повесишь нас, сушиться на солнышке, я тебя знаю. Розенберг, а, скоро это будет Розенберг в бетонных башмаках. Я удивлен, что ты меня вспомнил. Послушайте, ребят, я вас не забыл, погодите еще чуток. Тебе нелегко, говорит человек Сальваторе, можешь прикончить меня в любой момент. Окей, давайте сохранимся. И полетели в казино Калигула. Быстро святой Марк, что ли? Так. Почувствуй тяжесть оружия, детка.
Я чувствую тяжесть своего оружия. Эй, ты проверишь его в боевую готовность. Может, я уже пойду нахрен отсюда, или меня ждет еще какая-нибудь... Ах ты гребаный подонок, прям по яйцам. Возможно, это излить тебя от антисоциального поведения. Карл, мальчик мой. Мистер Леон. Кажется, этот кусок дерьма был прав. Ты не слоб потребал этих лохов Форелли. Теперь Форелли поймет, что значит ссориться с Сальватором Леона. Как ты смотришь на то, чтобы разгромить быстро Сент-Марка? Бойня в Либерти-Сити, здорово, но мне нужна помощь. Бери кого хочешь. Обычно я пользуюсь этими двумя. Эй, помнишь заварушки, в которых мы вместе участвовали? Чё, ты, я, Карл, а помнишь, а? Эй, ну ты же звал меня убийца Кен. Кен убийца, убийца. Отморозок Кен, это я. И его, наверное, тоже. Ладно, парни, вам лучше побыстрее смыться из Лас-Вентурс. Меня всегда можно будет найти. А как насчет прикрыть твою задницу, чувак? Ты справишься без нас? Конечно, справишься. Шевелись, кретин. Отправляйся в аэропорт. Хорошо. Так, я доехал. Что мы делаем? Самолет на взлетной полосе. Забирай с него и лети в Либерти-Сити. В Либерти-Сити надо лететь. Чё? Чё за фигня? Ладно, пофиг. Придется лететь в Либерти-Сити. Полетели. Так, я продолжаю. Я, короче говоря, долетел до Либерти-Сити. Только я не знал вообще о том, что здесь Либерти-Сити есть. Вот это приколюха. Частная тусовка, только по приглашению. Да что ты, мистер Леон считает иначе. О-о-о, полегче, чел. С дробовиком своим. Так, стопэ, пацаны, вы чё, охерели? Гниды. Ты там тоже заткнись давай, сопляк. Так, да возьмем дробаш. Тут кто-то будет, нет? Нет. Хотя я помню эту миссию, но вообще забыл о ней. Абсолютно забыл. Так он меня сейчас завалит так. Все, я убил его. Только кто это был, я вообще хрен знает. Я так понимаю, здесь надо аккуратным быть, да? Враги сами на тебя прут. А, вон сейчас выйдут. Полюбаса. Но никто не выйдет? Стоп, или мне надо свалить отсюда? Нет. Что-то никаких указаний, ни меток, ничего. Кстати, муз... Ё-моё, чё ты пугаешь, дурак? Откуда вы появились? Кстати, музыку могли запретить по авторскому праву. Так, я так понимаю, это Карл. Лети назад в аэропорт Лас-Вентурас. Окей. Летим. А как я прилечу уже, вы узнаете через секунду. Пау. Так, я уже долетел. Останавливаемся. Где-то здесь надо остановиться. Все, отлично. 20к у нас в кармане. Отлично. И как видим, в УЗИ появился значок. А это значит, мы сейчас по ходу дела будем грабить банк Калигула. Полетели. А, не успел я остановить запись, как уже кто-то нам звонит. Берем трубку. Call
Карл, как оно? Это твой брат. Эй, как дела, парень? Ты в порядке? Не совсем. Я тут сижу в камере рядом с двумя ненормальными. А люди пытаются поиметь меня. Это полное дерьмо, партнер. Ты за Кендалл присмотришь? Нет. Это она за мной присмотрит. Точно, точно, это клево. Я вытащу тебя туда, парень. Нет, ни хрена, парень. Что ты осенишь? Да меня тут навсегда закрыли. Походу, я начинаю привыкать. Даже не думай, чувак, я разберусь с этим дерьмом. Чего бы это ни было. Ответ отрицательный, я уже ни на что. Живи счастливо, брат. Погоди, парень, я как раз разрываю твое дельце. Красавчик, красавчик. Черт. Ладно, поехали, короче говоря. Так, нам опять кто-то звонит. Берем трубку. Алло. Эй, Карл, мальчик мой. Мистер Леоне. Все только дело, что говорят о дельце, который ты повернул в этом бистро. Чётко. А ты им позаботился об этих строгих достаточно недоразумен? Да, эти несчастные люди по пути вляпались в какое-то дерьмо. А мистер Розенберг ты больше не услышишь. Молодец, молодец. А теперь слушай, тебе нужно затаиться, или люди начнут проводить параллели. Так что давай ненадолго исчезнем со сцены, а? Я тебе позвоню. Спасибо, мистер Леон. Кого они испугались? Ну ладно, заходим. Дом в холмах. Не обижай маленького человека, у него припрятан шестизарядник. Следующий. Спасибо. 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 Ты знаешь, сколько смелости нужно, чтобы тут стоять и петь такую песню? Это реально непросто. Извини, мы просто искали то, что действует на толпу чуть сильнее. Что действует на толпу сильнее песни? Например, маленький, но прекрасно сложенный. Женщины хотят меня. Мужчины хотят быть таким, как я. Засранцы. Ты стебешься, да? Черт, это казино. Тяжелый бизнес. Я думал, достаточно просто открыть двери и позволить сосудкам отдать все твои деньги. Если бы... Знаешь что? Мне тут скучно. Я пытаюсь вести бизнес, а не заниматься прослушиванием лилипутов. Ты хотел сказать... Да, именно так. Меня волнует, когда тут появятся настоящие таланты. Я это слышал. Бешеный кекс, Си-Джей. Я чист, чувак. Это отличная новость, чувак. Эй, как оно? Готов снова зайти на сцену? Полегче, Си-Джей, полегче. Потихоньку, полегоньку. Считешь? Я почти готов, но... Но что? Я хочу домой, Си-Джей. Круто, чувак, я тебя отвезу, где дом? Моя особняк, детка. Да, я слышала об этом месте. Наркотики, секс и прочая херня. Да, ты знаешь, но... Да, я там был, в смысле, по телеку видел. Ага, отлично логово, спасибо, чувак. Мы могли испопадать место, чтобы снова наладить все в ЛС. И ждать красавчика, давайте переедем. Брось все эти дурацкие разборки. Но, Си-Джей, не спеши, чувак. Что? Я спас тебе жизнь, чувак. Мой дом слишком маленький, всего 19 спален. Чё? Всего 19 спален. Чё, сечёшь? Ладно, чувак, мой особняк конфисковали. ФНС? Не совсем. Кто? Никто. Кто? Бешеный кекс. Ладно, большой папаша, наркоторговец. Чувак, ты отдал охренительно дорогой дом грёбаному торговцу наркотой? Знаешь, Си-Джей, такое бывает. Я был бессилен. Ты грёбаный дегенерат. О, чувак, сколько кокаина может занюхать один чувак? Это не моя вина, Си-Джей. Чувак, надо было дать тебе прыгнуть. Пошли со мной. Мы все поедем домой. Так, все, полетели мы, да? Домой. А не поехали. Телефонный звонок. Привет. Эй, как она, Карл? Привет, Кендалл, что случилось? Ничего, просто хотел пожелать тебе удачи. Сначала мы едем в Сан-Фьеро. Хочу проверить, как тут дела, а потом встретиться с вами в Лос-Сантос. Ладно, будь поосторожней. За мной все будет хорошо, за мной присмотрит Цезарь и Бешеный Кекс. Это ты будь осторожней. Обещаю, увидимся в Лос-Сантосе. Мы с тобой расчищем это место. Отличный элемент неожиданности. Чтобы остальная братва могла заехать без проблем.
Ну давай, дешевый боевик. 3 часа спускаемся, блин. Я, конечно, понимаю, что сейчас мочилово будет, но можно побыстрее как-то. Хватит там 360 наворачивать в воздухе. Выпустите меня в бой уже. Опа. Нифига ты шмаляешь. Вы когда-нибудь прыгали? Не, ты? Не. Когда мы приземлились, почувствуем себя неуязвимыми. Я неуязвим. Эй, погоди. Я дам выслушать эти эмоции. Постараюсь приземлиться на крышу особняка. Так, а где крыша особняка? Вон там, что ли? Полетели, окей. Они что-то вверх все летят. Странно. А если я не на крыше особняка приземлюсь? Я уже не на крыше особняка. Кстати, я не знаю почему. Залезь на крышу особняка и помоги триадам. Хорошо. Мне оружия никакого не дали. Ладно, хоть задание не проваливается. Это было бы настолько глупо, что задание провалилось бы. Все, один патрон. Блин, мне бы залезть на эту ссаную крышу. Это, кажется, с другой стороны делается все. Ой, блин. До хера здоровья потерял. Карл, давай, жирдей сраный. Двигайся быстрей. Надо братанам помочь. Блин, и сраная крыша, как на нее залезть? Я реально не понимаю. Все, я понял. Сейчас я помогу вам, ребятки. Ждите. Так, и дальше откуда? Вот отсюда? Да. Ох, ёкарный бабай. Ёкарный ты бабай. Что это такое? Лучше их расстреливать сзади, я думаю. Так легче будет их. В голову сразу банчи, все. Там мои типы что, сдохли или что? Я не понимаю. Просто от них ничего не слышно. Ага, вон гнида от нас ждет. Еще есть? Вон, да, один еще. А он не умирает у нас. Они лезут и лезут. Они телепортируются там или что? Да хватит лезть, гниды. Задрали меня. Ё-моё, чё вы пугаете? Все, спускаемся, пацаны. Спускайтесь. Куда? Что они стреляют? Куда? Ладно, срать на них, короче. Их намного больше, но если мы не будем вешать нос, то надерем им задницы. Ух ты, ё-моё. М-ку надо взять. Сэмки будет поприкольнее раздавать. Сиджи, расчисть коридор. Комната чиста.
Так, а я буду собирать. Мне бы здоровье пополнить вообще суперски было. Я, кажется, уже вижу, как пополнить это здоровье. Давай, братишка, там, разбирай, разбирай. Нет! Так, иди сюда. Подлечить здоровье нельзя, блин. Пацаны, я сейчас сдохну. О нет, они убили девушку. Тут никого. Сзади. Я тут на лоу хп. Пацаны, мне нужно... Все, убил. Окей, все чисто. Сзади, что ли? Я сейчас сдохну. Ну все, мне хана. Я сдох. Сейчас вот отсюда палить начнут, как и все. Все, да. Все. Ладно, продолжим, короче. Так, я продолжаю. Так, у нас еще один чил. Ой-ой-ой, я случайно убил. Сори. Ух, ёп, твою мать. Будем потихоньку зачищать тогда это место. Где еще? Угу. Сзади есть? Да, конечно, есть. У вас же бесконечно здесь, пацаки. Я слышу, топает кто-то. Какая-то гнида. Нет, ладно. Откуда? Там же... А, нет, вон есть. Ёб твою мать, откуда стреляют? Уже сверху. Снизу. О, здоровье. Я бегу к тебе, дорогая. Ох, отлично. Просто сейчас развалю всех тут бомжей этих. Обоссышей. Все, никого. Можем автоматы погонять. Ну мы серьезные, ребята. Не тот дом решил ограбить. Это вот этот большой папаша. А у меня CJ даун, он не бегает, извините его. Сучка, а вот CJ ты даун. Да убей ты его, тупой. Надо бежать прям с автоматом. Вот тут выпрыгнет. Ты не знаешь, на кого напал. Иди нахер. Ты тоже. I'm a fuck with you. Ваш папаша вышел из особняка, следуй за ним. Тут кто-нибудь не будет, окей. Слава богу. Догони большого папашу и столкни его с дороги. Обязательно столкнуть? Можно я его по-братски убью? Сожгу? Взорву? Что хочу с ним сделаю? А не только столкну его. Менты. Сука, нет. Менты, по идее, агриться не должны. А хотя чего я боюсь, я прямо отсюда сейчас. Хоба, здорово. Шнырь-курьер. Машина, честно говоря, говно. Все, он трупец. Вс,
все. Ты отбил особняк бешеного кекса. Ура! Боже, это так сложно было, жесть. Вы не представляете. Так. Миссия пройдена, авторитет плюс. Тут сохраняшки у нас не будет. У кекса бешеного. Нет. Нигде. А, смотрите-ка, будет. Ну и хорошо, сейчас сохранимся тогда. Так, кто-то звонит нам. Эй, Кен, как твое ничего? Шмыгает нос. Кто там? Это Карл Джонсон. Привет, Карл. Клево. Парни, это Карл, отлично. Здорово, мать твоя, просто изумительно. Да, верно, мне нужен бухгалтер и звукооператор. Я сразу подумал о тебе. Просто изумительно. Пол счет бухгалтер. Это полный улет, охренеть. Да-да, как скажешь, чувак, посмотрим. До скорой встречи, охренительно, круто. Ограбление Калигулы. Наконец-то. Все готовы? Да, мы готовы. Ладно, увидимся с служебного входа. Давай вперед. Карл, ты меня хорошо слышишь? Громко и ясно. Мы в пути, в бронированном грузовике. Ладно, надо пошевеливаться. Войди в казино мафии. Хорошо. Так. Если я помню, то там будут перестрелки лютые. Просто пушечные перестрелки. Такого вы просто никогда не видели. Так, подъезжаю к Калигуле. Давлю человечка. Возможно, еще одного нет. Все-таки он давил. Постараюсь не привлекать к себе внимание в казино. Окей. Без базара вообще. Не суетись, Карл, спокойно. Я и так спокоен. Ты уверен? Судя по голосу, ты на нервах. Я спокоен, понял? Да, понял, понял. Теперь пробирайся к служебному ходу. Найди и открой дверь с магнитным замком. Ребята, если что, мой голос может быть этот... Ой, как, блин, говорю, голос мой. Ай, я уже забыл, что хотел сказать. Авторское право, короче. Во. Чё-то я раньше тебя не видел. Ты новенький? Да, я тут вместо Джерри. Он заболел. Кто такой Джерри? Заткнись. Я думаю, Джерри и меня заразил. Интер использует магнитную карту. Всё, отлично. Следующая остановка. Комната с запасными чего-то там. Это на уровень ниже. Ладно, я в генераторной. Так, вентиляция решетки на дальней стене. Брось газу Грант в одну из них. Так. Мы не знаем, сработал или нет, пока не окажемся там. Ну ладно. Сейчас мы должны делать все по графику. Иди к дверям охранника и используй магнитную карту. Найди дверь с магнитным замком. Так. Вот так. Так, отлично. Я взломал систему аварийного освещения. Я собираюсь взорвать заряды. Вау, я не надеялся, что это сработает. Не вижу ни хрена. Чтобы активировать очки, ночном видим, выбери. Двигай отсек для техобслуживания. Технообслуживания. Так, я надеюсь, что... Сейчас я стреляться не буду. Так, электричества нет, что значит, что ворота открыты. Но теперь тебе нужно их как-то поднять. Нужна какая-нибудь техника, чтобы поднять эту дверь. Окей. Используй погрузчик, чтобы поднять ворота. А можно эту хрень снять с меня? Ну, 8, чтобы поднять ворота. За авторское право могут им сейчас убрать мой голос. Well done, отлично сработан, Карл. Пора и нам вступать в игру. Держись okay, ближе. Ладно, народ, я все планы этого места прошертил, так что все тут знаю. Все за мной. Черт, хитрожопые ублюдки поменяли планировку. Не волнуйтесь, я поведу, босс. Отличная идея, все за ним. Остался им, чтобы взять деньги и вернуться. Так, все. Теперь мы начинаем работать. Очисти коридоры от охранников. Ага. Я понял, короче, тут уже срать. Так, я вытаскиваю себе это говно.
Все, работаем, ребята, работаем. Хотя, очки, ладно, надену. С ними гораздо светлее. Ах ты лысая гнида подохнет. Вон там еще есть. Три или два типа. Да подохни ты. Дебила кусок. Хоба. Здравствуйте. Так, сейчас выпрыгнет. Падла. Спускайся вместе с командой в хранилище. Уже близко, не расслабляйтесь. Я как раз собирался это сказать. Простите, да слушайте, все, уже близко. Внимание, да, внимание. Спускаемся вниз. Тут вот эти охранники, я надеюсь, они подохли. Ладно, мы заложим снаряды. А ты следи за дверью, хорошо, босс. Эй, я этим займусь. Давай поторопимся, кто-то проник в систему. Тот пытается отключить. Я верну генераторы и заткну их навсегда. Уничтожь запасные генераторы. А где они? А, они сверху надо мной? Хорошо. Надеюсь, никто не появился, пока мы тут хренью страдали. Ну, естественно. Так. Куда стрелять? Что делать? А, я понял, я даун просто. Тупой. Все. Взрываем нахрен. Спускайся вниз, посмотри, как дела у команды. Так, музыка, заткнись там. Авторское право забанят меня еще. Ну, обрежет голос. Всем найти укрытие. Вот дерьмо. Куда же идти? Куда же идти? Ложись. Давайте, ребята, загружаем наличку. Войдите в сейф. Карл, хранилище направляется гориллы и мафии. Пошел ты нахрен, Берклин, нахрен. Так, что мы делаем-то? Убей мафиози, пока команда забирает наличку. Окей. Что-то там не читал. Ни хрена. Так, давайте гниды спуск. А, все, падла. Лысая. О, спокойно, пацаны. Я вижу, вы тут вообще крутые. Что ты там выпендриваешься, а ты? Проводи команду обратно к фургону. Так, вот еще враги. Что ты, тупица, а? А ты что, выпендриваешься? Закройся там. Нам даже этого дворника взяли, или кто там, уборщик. Не помню. Команду его взяли. Так, вот сейчас сяду как. Вот так вот вам. Оп-оп, и все. Все, выбираемся. В УЗИ, давай вперед, братик. Хера вы там пакеты тащите нормальные. Я сгрузил полицейский мотоцикл. Все заходим. Вы двое переоденьтесь в униформу копов. Отлично. Пройди к служебному лифту, помни, ты приманка. Так, все, это можно уже снять. Ладно, Сиджи, ты теперь сам по себе. Пора объяснить этим ублюдкам, что происходит. Карл, ты хочешь, чтобы я говорил с тобой, пока не... Все, что угодно, лишь бы помогло. Давай, чувак, скажи. Теперь иди. Ладно, я не успел ничего прочитать. Только как стрелялся с ублюдком этим. Не этим, с другим ублюдком. Почему их мне не отметили прикол? Я не понял. Тут мафиози вообще серьезные, ребята. Так, сейчас тут гнида какая-то вылезет. Паскуда. Естественно. Еще сейчас слева вылезет. Доберись до крыши.
знаю, как мне это сделать. А, оттуда, окей, оттуда. Чел вышел туда и пойдем. К тому же метка здесь. Щит мне уже сбили, козлы. Беги по крышам и подбери парашют. Так, а меня расстреливают, да? Ни хрена не прикольно. Карл, ты тупой. Можешь залезть, спасибо. Вот он. Нажми L1, чтобы открыть парашют. Свали в надежное убежище. А как? Можно, да, на это. Мускулатура улучшена, ваше телосложение идеально. Окей. Полетели, короче. Вообще срать. Вертолет, не вертолет, да вообще пофигу. Свалим по-брутальному на мотике. Как Бонд 007. Так, лысая гнида, хватит там светить. Вали нахер. Кто-то меня снимает, что ли, или чё? Чё меня светят, так просвечивают? Так, я надеюсь, там вертолет не нужен будет. В этом надежном убежище, так сказать. Ау! Ох ты, как ты ж упал-то, дурачок. А, вон вертолет гонится нами. Понял. Я думаю, кто светит, откуда. Так, это зона 69, нет? А, нет, это я, дубина, ошибся, сори. Зеро, где ты прячешься? Я не собирался искать Беркли, просто обмолвился и все. Поосторожнее, ты идиот. Слушай, Сиджей, остынь. Лучше отвези меня домой, Сиджей. Чё-то я не понял, что сейчас за прикол был. 100к нам заплатили. Тут, я так понимаю, задания у нас закончились. Теперь мы переходим к... Теперь в гардеробе Сиджей есть униформа крупье. Это да, понятно. Теперь мы переходим к заданиям у, как видите, Сиджи. Кто нам звонит? Дайте договорить мне мысль. Чё надо? Ах ты, двуличный кусок дерьма. Сальваторе, мне тоже приятно тебя слушать. Ты труп. Твои друзья трупы и вся твоя семья трупы. Я поимею тебя, твоих детей и твоих внуков. Что ж, славно поговорили. Но у меня есть кое-какие денежки, которым прямо не терпится быть потраченными. Так что ты уж извини. Ты покойник. Покойник. Ну что, так вот, переходим теперь к городу, откуда мы и начинали, Лос-Сантос. Как видите, на карте у меня появилась пометка Сиджей. Это особняк Мэтт Дога. Поэтому сейчас к нему мы и направимся. Сохранимся. Все, полетели. Так, я продолжаю, полетели. Выполнять миссии. Истребитель. Ну же, ну же. Давай. Давай. You please leave yourself alone. Come here. Oh, you mate. Грёбаный извращенец, Сол, ну извини. Мне надоело, что ты постоянно везде. Помнишь, что Сус нашел в гамбургере? Эй, фанатки, все понравилось. Ты была не фанатка, а администратор. Но у нее классные. Мужские сиськи, это были мужские сиськи.
Эй, что случилось? Где музон? Не знаю, брат, я тут ни при чем. Ты кусок говна, вот ты кто. Я за хреновую бороду не отвечаю, ясно? Давай, Чак, настраивай, мы не можем платить неустойки. Наконец-то, мне казалось, я тебя уже не найду. Чё, что за... Торено, это ты? Что тут происходит? Торено, слушай, ты должен оказать мне последнюю услугу, окей? Карл, коммунисты у ворот. Я устал от этого, Торено. Я снаружи, давай прокатимся. Ну вот теперь у меня слуховые глюки, охренеть. Эй, мне нужно идти, справитесь тут. Эй, Кикс, я свалю на тусовку по маркетингу. Позже пересечемся. Бывай, будь внимателен. Да, класс, ну ты же, ты пишешь Макер, правда? Не приглашаешь на новоселье, а, парнишка? Так ты все равно, ну да ладно, прямо сейчас. Я тебя с ведерком прокачу, залезай. И сколько это займет? Мне свое дерьмо, хочешь увидеть брат на этой неделе? Да, что я могу сделать? Тебе лишь надо спереть военный самолет с десантного корабля. Уничтожь ее с помощью флотилии шпионских катеров, ничего особенного. Чувак, ты гонишь на меня. Разве стал бы гнать, вот лодка. Все, что тебе нужно, ходить с лодкой, я буду инструктировать тебя по ходу. Я ни хрена не выживу, правда? Конечно, ты выживешь, не будь идиотом, вот возьми этот наушник. А дома тебя будет ждать. Что-то там. Не успел я прочитать, как обычно. В катере лежат нож и пистолет с глушителем. В смысле, а у меня ничего нет с собой или что? Блин, а. Спрыжка, оп. Оп. Окей, Карл, вот корабль пришвартовался на военно-морской базе. Бухты Пасхи, вроде так это называется. Направляйся к кораблю. Ладно. Погнали. Далеко ехать? А, нет, тут. Понял. Вот это здесь. Проберись через десантный люк так, чтоб тебя не заметили. Как так ты заберешься внутрь, я не смогу тебе помочь. На разве ты сейчас... Нет, вообще-то нет. Забери корабль, пока не закрылся задняя секция. Вряд ли заметят тебя, если будешь плыть. Найди пункт управления, чтобы отключить ПВО. Угоняй один из военных самолетов. Старайся не привлекать внимание часовых. Ты надел слишком много шума, пока забирался на авианосец. Так, тут где-то должен быть кто-то. А, они сверху все. Так, вот тот чувак уже бежит. Давай, выходи, паскуда. Отлично. Так, один где-то сверху, я так понимаю. Нет? Нет. Он где-то снизу. Ведь так? Да все, замолчи, блин. Уж так бомбит, так скажем. Угоняй один из военных самолетов. Так, где-то тут чел. Все, пока по пути никого не вижу больше. Так, тут снизу вроде чел. Они где-то сверху. Я не знаю, где там вверх.
А, я, кажется, понял, я неправильным путем пошел. Нужно забраться вот наверх сюда. Вот тут чувак. Так ведь? Не знаю, странное сооружение какое-то. Вообще без понятия, где тут солдаты. Это мне сюда надо, да? Да. Угоня один из военных самолетов. Это мне вот сюда надо было пробраться. Окей, допустим, это. Используем нам 8, чтобы изменять направление. Что? Нам 8? Окей. Блин, а это сложная штука. Честно говоря. Она типа быстро летит или чё? Да, я уже вижу по ней то, что она быстро. Видишь, видишь, что я говорил, хрень какая-то. Украинский самолет приготовится к уничтожению. Приготовься к уничтожению. Что за чушь собачья? Забей на них, если они стреляют в тебя, ты будешь сказал, ты же британский танк. Тик, платили. Нажми, удерживай врагов, что взять противника. Окей. Так, я ни черта не вижу. Если вы видите, пишите об этом в комментарии, конечно. Если я выживу после всей этой суматохи. Так, мне надо уничтожить их, правильно? Только я пока никого не вижу. Меня так чисто постреляли. Завалили. Так, а я что-то не понимаю, в чем приколюха. Что мне делать надо здесь? Нет, нет, Карл, дурак, ёбаный дебил, боже, конч. Ладно, продолжим. Я все-таки смог пройти миссию у Торена про истребитель. Проходил я очень много, точнее долго, что заколебался. Раз 50, наверное, попыток и точно было. Ну ладно, давайте сохранимся. И продолжим миссии продолжать у особняка Мэд Дога. Полетели. Итак, я продолжаю. Полетели дальше. Задание выполнять. Прибытие домой. Мне насрать, как меня интересует, когда. Например, сейчас. Ты меня слышишь? Эй, чувак, что за хрень? Привет, большой босс. Ты, как я посмотрю, весь в делах? Ты охренел, Торена? Я там из-за тебя чуть жизнью не распрощался. У меня для тебя есть одно маленькое просто крошечное дельце. Я тогда навсегда исчезаю из своей жизни. Знаешь что, меня задолбали твои гребаные небольшие работенки. Хорош, это просто жалко, хватит. Ты делаешь из себя посмешище. Ладно, убери пушку, не смеши мои яйца, окей? Слушай, а у меня для тебя небольшой сюрприз. Ну как, готов? Ответь. Алло? Карл, это я, красавчик. О, красавчик. Я не знаю, что произошло, они просто отпустили меня. Понятия не имею, что происходит. Но я в сквере рядом с полицейским участком. Слушай, никуда тут не уходи, я сейчас приеду. Оки-доки. Так, какой небольшой работенка ты говорил? Я просто хочу, чтобы ты забрал брата. Вали давай. Подбери красавчика у полицейского участка. Хорошо. Так, я подъезжаю уже.
Как дела, брат? Эй, как сам, чувак? Как оно, брател? Все нормально, чувак. Эй, чувак, мы свалим на новую тачку. У нас серый особняк, красавчик. Мы забудили кучу дел, так что у нас все в порядке. У нас доля в казино, мы держим несколько точек Фиера. Мы выпускаем диски с рэпом. Эй, чувак, поехали, я подберу тебе новый прикид. Новый прикид? Чувак, что это за гребаная хрень? Ты о чем, чувак? Все, что у меня есть, твое, ты же знаешь. Да ты вообще никогда ничего не понимал, Карл. Мне нужно проверить, что творится на районе. Это важнее всего, чувак. Ты всегда должен был... Старался убежать от реальности. Слушай, чувак, в районе все развалилось нахрен. Ты не захочешь там оставаться. Нет, именно там я и хочу быть. Что ты делал для нашего района? Парень, а район тот, что для меня сделал? Меня это всегда парило. Даже если бы я не свалил из района, то ничего бы не изменилось. Да об этом мечтают все выбраться из... Брател, ты сейчас как паровоз говоришь. Ладно, чувак, как хочешь. Я покажу тебе, что творится в районе. Да врубись, все нахрен развалилось, чувак. Да, в районе уже нет того, что ты хочешь увидеть. Просто отвези меня, мамочки, или что там. Отвези красавчика на улицу Грув Стрит. Окей, полетели. Тут, по идее, да, Грув Стрит недалеко, ну да, тут сейчас качалочка будет. Эту дорогу я запомню. Эй, чувак, не хотите купить блендер? Это хорошая вещь, отлично работает. Чё за байда, чувак? Это мамин блендер. Чё у него с глазами? Вы тоже заметили? Похоже, этот район заняли нарики. Поехали домой. Ты дома, парень. Убери этих ублюдков из мамочкина дома. Ты в нем родился, черт возьми. Убей всех наркодилеров в районе, чтобы твоя банда не гробила свое здоровье. Если член банды находится под кайфом, ты не сможешь воспользоваться его помощью. Отвоюй банду баллосов. По патрончику сойдет. По патрону, я думаю, сойдет. Так, уже менты. Так, здесь звездочка вроде нет где-то, я помню, была. Теперь отбей свой район. Окей. Пристрели кого-нибудь из группировки Балла, чтобы развязать войну. Да, я это помню. Ты потерял красавчика, возвращайся к нему. Откуда у красавчика калаш? Мне взад. Ну и кто тут из баллосов есть? Тут даже никто не ходит из баллосов. У красавчика, кстати, полоса здоровья появилась. Ну и кого мне убивать? Тут же нет баллосов. Ладно, попробуем выйти на улицу. Может, там что-нибудь есть? Возвращайся и подбери своего другана на улице Грув. А, вот баллосы. Ты развивал войну между группировками. Хорошо. Ну и где первые противники наши? А, вот они появились. Ты отразил первую волну. Хорошо. Так, здоровья мне пока не надо. Броник было бы прикольно. Так, где следующие будут? Вон, вижу, уже бегут. А, вон и бронежилет вижу. Ты выдержал второй натиск. Ох, нихера у них калаши. Ладно, я не буду брать калаш, я возьму бронежилет.
Здоровье пока брать не буду. Есть что на третьей волне, он пригодится, он бегут уже. Гниды. Давайте, под пушку мою встаемся. Так, там кто-то важный едет вроде как. Это район твой. Ладно, поехали отсюда, давай повидаем Кендалл. Кендалл может повидать меня прямо здесь, в своем доме. Но тут мне ничего не осталось, ничего целого. Рим не сразу строился, нигер. Мой братал умеет быть настоящей занозой в заднице. Ладно, что там здоровье возьмем сейчас. О, там армор еще. На машине, кстати, ехал ли Баласы, что ли, кто там? Блин, а можно сохраниться мне по-братски? Я не хочу сразу начинать задание. Прямо так сразу в доме начну, сохранюсь. Чтоб никуда не бегать, мало ли умру там. И поехали задание сразу же. Сбить с ног Бидапа. Просто небольшая вечеринка, по слухам, у тебя не все в порядке. Так что у меня есть подарочек от Бидапа. Эй, отстань с этим, я не занимаюсь. Ну давай, Крас, давай же, тебе это понравится. Это чистейший сосуд, только для состоятельных. Все шишки используют такой. Я знаю, тебе понравится, унесет всю боль. О, да. О, какой черт это делаешь? Дерьмо. Все вокруг твердят, кокс, кокс, кокс. Слушай, я просто хочу знать, что вам здесь кайф. Да что с тобой, парень? Слушай, это дерьмо уже разрушило весь район. Я, может, тоже хочу, чтобы меня уничтожили. Слушай, красавчик, не нужно тебе это дерьмо. Что ты об этом знаешь? Вот к этому все и сводится в конечном итоге. Давай, красавчик, затянись по полной. Слушай, чувак, это дерьмо тебе крепко зацепит. Не понимаешь? Эта сучка с тобой мило разговаривает, а ты что делаешь? Да пошел ты, тебе придется иметь дело с Бидапом. Что? Бидап? Мы с этим дерьмом прямо сейчас все уладим. Уноси свою задницу отсюда, твоя мать. Отправляйся к дому Бидапа. Блин, что-то я плохо помню эту миссию. Так, мы вон там. А, вон, недалеко. Даже серию не придется останавливать. Tired of seeing my family fall apart? Sweet man, you got more heart than that. Sure, things are screwed up now, but we finna turn a corner, man. The day is coming when the Johnson family... Hey, Бидап, open up! Hey, Бидап, открывай. Бидап. Hey, open the door! Hey, открывай дверь, отморозок. Йоу, Бидапа здесь нет, он недавно переехал. Куда он делся, придурок? Йоу, ты особо руки-то не распускай, парень. Говори, придурок. Йоу, у меня кое-что есть совсем немножко, но то, что тебе нужно. Мне это дерьмо не надо. Сейчас я тебе башку раскрою. Красавчик, не надо, спокойнее, не суть, чувак. Ну давай, опусти пушку. Он на коксе сидит, парень. Вот дерьмо, на нем цвета семьи. Предполагаю, что он добавит ему авторитета. Слушай, придурок, выкладывай, где Бидап. И мы сматываемся. Он же около Глен-парка, его кореш всегда там тусуется. У пацаны всегда есть то, что нужно. Повезло тебе. Так, и где? Отправляйся в Глен Парк. Ну тут тоже. Да. Недалеко вроде. Ну, такое, ладно. Полетели. Все, я подъехал. Организуй нападение на Балласов и захвати их территорию. Okay. Нападай на Балласов. Братья Джонсон на подходе. Ну и где эти утырки, наркоманы? Что-то не видно их. Это тоже не они. Вот они. Гниды эти. Тихо, красавчик. Ты развязал войну между группировками. Умение стрелять из карабина. Тихо-тихо, браток. Хедшотик, на. Сопляк. Вон, бегут. Давайте в ряд прям. Вставайте, я вам насу сейчас. Ты чё там, сыкунишка? Опа, я так могу еще. Я гангстер тут уже, все. Шансов нет у вас, парни.
Давайте еще сопляков этих. Ложков. А что там ныкаешься, гнида? А ты... Ой-ой-ой. Красавчик просто. Свит, блин, задолбал. Мешает под ногами, мешает. Ты выдержал второй натиск. Это было легко. Пойду, ладно, бронежилет что ли возьму. Хоп. Так, вон еще бегут. Этот район твой. Окей. Отлично, этот район теперь полностью наш. А беда по все нет, братан. Проверь вон там. Нихера себе, они стреляют. Даун, боже. Какой же этот тупой утырок со мной ходит. Защищающий район свой. Тупица. Кто там стреляете, гниды? Где там еще? Вон он, утырок в кустах стоит, гнида. Тупой, боже, этот красавчик бесит меня. Да заберись ты уже. Скажи что-нибудь. Эй, да нет же, у меня не было выбора, мне угрожали. Это босс все замутил, брат. Шлепни этого ублюдку, парень, я услышал его, хрен. Не надо, прости, друг, пора совсем с катушек съехал. У него паранойя, из дома не вылазит. Думает, что потом хотят забрать ее бизнес. Где, пожалуйста, могу тебе отыскать? Ты дай вырежь, что вы проклятый язык. Эй, да я ничего не... Только старший знает где. Я тебе все равно рубашку попорчу. Медведь, эй, медведь, вали сюда нахрен. Что случилось с вашим светом? Разберись с этими ублюдками, получи четверть упаковки наркота, давай за дело. Вали. Что за хрен сам происходит? Ты что, не слышишь ни хрена? Достал мне травка, достал крэк. И мне уже очертал возиться с этой хреной. Вот дерьмо, чё, какого хрена ты это делаешь? Сиджи, чё, ну хватит, возьми меня обратно в команду. Плачу еще 20 баксов, я делаю любую работу. Привет из прошлого. Давай прокатимся, брат, я отвезу тебя в одно место, там тебе там понравится. Я отвезу медведя, братишка. Ладно, медведь, скоро увидимся. Куда идем, красавчик? В одно место там мы вернем. Ладно, я согласен. Что-то там вернем. Ладно, миссию мы прошли. А на этом, я думаю, закончу серию. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.